Уже завтра наступает календарное лето. Впереди у детей 3 месяца каникул. Можно играть на улице, кататься на велосипедах и роликах, купаться и загорать. Медики предупреждают, в это время года риск получить травмы увеличивается. Как обезопасить детей в этот период, в нашем репортаже. Маленькому Кириллу пока не до прогулок. Недавно мальчик выпал из окна 2-го этажа. Когда это случилось, мама Светлана была в магазине, а за ребенком присматривал брат. Средний 15-летний ребенок позвонил мне на телефон и сказал, чтобы я быстрее бежала домой, что малышка у меня упала. Он никогда не лазил на окна. А вот именно в этот день, когда мы вышли, видимо, захотел посмотреть, куда я ушла. И вот голова у нас уже не болит. Первый день болела, сейчас у нас уже не болит. Болит только маленькая ножечка, да, левая сторона у нас. И этот случай, к сожалению, не единичный. С начала сезона это уже 17-е падение. Все родители прекрасно знают уже о том, что москитная сетка не защищает ребенка. И в статистике падение из окон с москитной сеткой несколько уменьшилось. Но отношение родителей, внимание родителей, к сожалению, не стало более пристальным. И дети падают из окон по-прежнему не реже, чем раньше. А мы напоминаем, чтобы обезопасить своих детей, на окна нужно установить блокираторы. Специальный ключ закрывает окно на замок. Нараспашку открыть уже не получится. Опасность подстерегает детей и на улице. Падение с велосипеда, качелей могут привести к серьезным травмам и переломам. Отдельная тема – безопасность детей на дорогах. С начала года произошло 57 ДТП с их участием. К счастью, без погибших. Хотелось бы обратиться всем, к родителям, бабушкам, дедушкам, даже соседям. Мы видим детей, они бегают вокруг нас. И неужели мы не можем обеспечить безопасность их перевозок, безопасность их нахождения на улице, своевременно реагировать, учить правильно переходить дорогу, учить правильно кататься на велосипеде. Наши несовершеннолетние будут в безопасности. Водоемы представляют не меньшую опасность. С начала года утонули уже 3 ребенка. Специалисты призывают быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. А еще научить их плавать и не бояться воды. Это, пожалуй, лучшая защита.